сверху тоже, локтями не бью. Все понятно? Три захода. Можно, можно если что, толкаться. Аккуратно. Клинч можно, если что, брать друг друга. Все ясно? Так точно. Так, команда готова? Да. Так, итак, у нас начинается соревнование. Как вы видите, бойцы одеты в накидки разного цвета. Первая сходка 7 бойцов против 7. Так, вторая команда готова? Готов! Все, слушаем внимательно. У команд есть название, судьи? Если, еще раз напоминаю, если кому плохо стало или что, поднимайте и все, можете присесть. Если что, ничего страшного. Все. Судьи объясняют правила. Готовы? Боец, который готов выйти со состязания, должен присесть, поднять руки. Состязание началось! Между прочим, впервые проводится в истории скиношных состязаний детские скиношные одного бойца вытеснили за пределы ресталища, остальные продолжают сражаться. Еще один боец в оранжевом вылетел в ресталище, еще один слайм. Но бой продолжается, бойцы продолжают биться. Один из бойцов получил легкую травму, не опасную для здоровья. Погоняй его за линию. Вытаскивай. Пускай руки. Потихоньку. Давай. Голову защищай. Миха, свели. Голову защищай. Напомни бойцам, Миша, давай. Нельзя захватывать противника, валить его на землю с помощью бросков. Достичь победы нужно именно в ударе. И голубые накидки одерживают убедительную победу. На поле осталось 5 бойцов из 7. Бойцы в оранжевых накидках, тем не менее, бились достойно и вынесли двух противников с поля боя. Но, увы, были в этот раз побиты своими голубыми, накидочными противниками. Сюда послушали. Давайте, это первый заход был разминочный. Все понятно? Все нормально, там сливы. Это слезы радости. Так, послушали. Это первый заход был разминочный у вас, ясно? Давайте, сделайте выводы и постарайтесь сейчас исправить ситуацию, ясно? Вот, все, ушел. Двигаться больше надо. Больше двигаться. На руке держите. Одну руку поставьте, если боитесь, и работайте. Выставите руку, не давайте противнику подойти. Все понятно? Разошлись. Второй заход. Бой, второй раунд. Если что, вытаскивайте, если не знаете, что делать. Итак, второй сход между командами. Каждая команда уже набралась бойцовского опыта в этом сезоне. Детские и юношеские команды. Команда в голубых накидках против команды в оранжевых. Просьба зрителей зайти на два шага от ресталища, иначе вы тоже можете получить от бойцов неожиданный подарок на память для сегодняшних состязаний. Вот и в этот раз победу одержали бойцы в оранжевом. Осталось 6 человек. Это нечестно. Посмотрите, даже больше, можно сказать, преимуществом они в этот раз выиграли у бойцов голубо-накидочных. 1-1. И судьи засчитывают по одному очку каждой команде. Синий. Просто один боец голубом немножко потерялся, вернулся в строй. Зрители, отойдите на два шага от ресталища. Вы так гораздо лучше все увидите, чем когда вы толпитесь рядом. Издалека этот бой видно лучше. Можете еще подняться на горку к кресту, оттуда будет очевидно замечательно. Сверху как с квадрокоптера. Ну что ж, бойцы готовы снова продолжить состязание. Руки подняли, готовы.
Команда «Голубом» готова, команда «Воронежом». Вперед, парни! И гудит земля под их ногами. Трещат кулаки, кости переносят все. Мне кажется, судьям сейчас тоже немножко достанется. Они слишком активно выбежали на поле для битвы. Давайте берегите судьи. Без них вам будет потом трудно доказать, что будет право. Так, еще один боец голубом выходит, получив поддых. Опа, вот так внезапно бойца в оранжевом начинает месить сразу трое противников. Донесили. Один, оба. Оранжевский открывается от насевших на него. Бойцов противоположной команды. Что, бой остановлен, судьи? Бой остановили. Возникли какие-то непонятные трения среди судей бойцов. Выясняют подробности сражения. Сейчас мы узнаем, чем закончилось это слово. Ты видел, ты увидел, как я просто вот так сделал, я в губу разглядывал. Ну, пока бойцы отдыхают. Да-да-да.